Вуз, похожий на замок. Здание Бердянского педагогического университета многие сравнивают со сказочным дворцом. Его архитектура завораживает непривычным нормандским стилем. Сооружение построили в конце 19 века, как мужскую гимназию. Сейчас это единственный дом-памятник архитектуры в городе. Детали в нашем эксклюзиве. Здание Бердянского педагогического университета похоже на дворец, а в зимнюю пору напоминает сказочный замок Снежной королевы. Возведено в 1870-х как мужская гимназия. Корпус изначально задумали сделать помпезным, в средневековом стиле, с башнями и барельефами. Были применены самые современные технологии строительства. Например, активно использовали цемент, хотя это еще не было распространено. И пресса того времени отмечала, что здание получилось роскошным и очень красивым. Среди людей оно получило название «Красный дом». Проект строительства меняли несколько раз, чтобы увеличить количество воздуха на каждого ученика. В итоге один этаж здесь равен двум, высотой почти 5 метров. Несмотря на разрушения во время Второй мировой, здание сохранило свои уникальные масштабы. Уцелела отделка актового зала. Раньше помещение служило церковью при гимназии. Она называлась Александро-Невская церковь. Ее осветили в 1877 году. И это стало началом учебного процесса в Бердянской мужской гимназии. Дело в том, что заведение такого типа предусматривало обязательную дисциплину – закон Божий. Поэтому здесь проходила служба для учеников, а также для жителей города. Теперь вместо алтаря в зале возвышается студенческая сцена в окружении почти полуторавековых колонн и узоров. Педагогический университет на сегодня единственный дом-памятник архитектуры в Бердянске. Любовь Задорожная, Дмитрий Гришко, UATV.